Всем привет, чуваки! Сегодня расскажу вам про игру The Virus Cry for Help. Призыв о помощи. О, рекомендуются наушники, но мы будем без наушников. Так, читайте сами. Игрушка недавно вышла. 21 сентября. Google Play. На iOS, по-моему, чуть пораньше. Что такое? Канал связи устанавливается. Но выглядит она намного круче, скольких игр я в таком же она поиграл. Эй, алло, принять входящий вызов? Кто-нибудь мне ответил? Ну, сами читайте, короче. Во. Фига музыка пишется плюс хана. Сегодня неактивно она ушла. Блин, довольно-таки прикольно. Все выполнено, не как, грубо говоря, типа WhatsApp, а более как-то по-другому, более интересно, что у нас в настройках. Стоп. Язык. Нифига, сколько языков у меня. Так, звук, музыка, быстрый режим. Можно активировать.
Поддержите нас, купить полную версию, другие приложения, начать, собственно, заново. А быстрый режим. Опа. Активировался. С ума сойти, я наконец-то дома. Ну, я думаю, пока на этом остановиться. Довольно-таки захватывающе. И музыка, кстати, ну, музыка в этих играх всегда отлично в таком жанре. Звуковая. А что он сморгает? Нифига себе. Карта даже есть. Круто. Прикольненько. Ладно, спасибо, что смотрели. Если вам понравилась эта игра, ставьте лайк. Будем, собственно, записывать продолжение прохождения. Всем пока!